Изголодался по деньгам. Сотрудники полиции Краснокутского района задержали местного жителя, который попытался похитить из сейфа оптовой базы 100 тысяч рублей. Сигнализация сработала поздно вечером, и прибывший наряд полиции обнаружил, что дверь, ведущая в бухгалтерию, выломана. Причем место взлома как будто бы кто-то грыз. В комнате находился преступник, который пытался подобрать ключ к замку стального сейфа. Увидев правоохранителей, мужчина попытался выпрыгнуть в окно, но на нем была установлена решетка. Подозреваемого задержали, им оказался 41-летний местный житель, нигде не работающий и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В момент задержания он назвал вымышленное имя и фамилию. Не исключено, что подозреваемый задержанный знал о наличии данного металлического ящика сейфа, который находится в шкафу, имеющимся у задержанного гидравлическими ножницами, которые были здесь изъяты. Было повреждение навесного замка, перекусывание дужки.